Итак, друзья, с вами был я, Александр Сучков, и сегодня я вам покажу вот такие вот интересные видео, в котором я расскажу о авторах Valve CS GO. В общем, что я вам могу сказать? То, что прикольные вот такие вот авторы. Но вопрос, как я сюда попал, я отвечу то, что просто я прошел игру. Тогда у вас другой вопрос. Как я прошел CSGO, если эту игру пройти, ну, просто нереально и нельзя просто. Прошел я ее очень просто. Всего лишь нужно выиграть все достижения в CSGO. Награды, достижения, если вы все эти получаете, даже кейсы, если все у вас открыты, то есть есть все оружие, то у вас сразу, когда вы проходите до последнего ранга даже, звания, то у вас, получается, после победы у вас открывается такой вот титры с авторами. То есть это показывает то, что вы прошли игру, и вы такой вот крутой вот. Вот я решил это заснять, то что вот как-то так это все делается. Сейчас досмотрим до конца эти титры и посмотрим, что там будет дальше. Потому что до конца, наверное, никто, если, конечно, вы смотрели титры, то до конца, наверное, никто до них не смотрел. Конечно, авторы можно открыть в настройках, там нажать на авторы и типа того. В общем, тут ничего особенного нету, но все-таки какое-то здесь должно быть интересное. Такое вот что-то интересное должно быть в титрах. Потому что не просто же так сделали специальную такую вкладку в игре. И в конце игры делают постоянно вот такую вот штуку. Значит, что-то тут будет такое вот интересное в конце. Вот давайте это посмотрим до конца. Да. Пошли уже другие. То есть Valve закончился и начинается такой. Наверное, они специально такое вот медленно сделали. И все такое вот непонятное сделали. Но все-таки я жду чего-то особенного от этих титров. Ну что же будет дальше? Ну, я даже сейчас не знаю. Ну, давайте посмотрим до конца. Что здесь такого крутого в этих титрах? Пока что ничего нету. Так, здесь дальше уже студия пошла. Сколько они будут идти-то вообще? Какие-то пошли дальше. Кстати, вот. Уже была пасхалка маленькая, то, что тут были русско-переведенные такие вот штуки. Так, ну пока что все, арты пошли. Bally Productions LLS. Ну пока что все. Да, ничего пока что нам не показывают. Мне даже уже показалось, что пошли титры заново. Но смотрите, команда разработчиков гонка вооружений. И тут по-русски уже написано. А остальное не то. Особенно благодарность. Какие-то такие вот тоже люди. То есть, что дальше будет? Неужели это все? Просто нам показали, что это Counter-Strike Global Offensive, и все. Это закончилось. Видимо, да.